Верность памяти знаменитого отца и служению литературе. Дочери нашего земляка, писателя Константина Федина, Нине Константиновне исполнилось 90 лет. День рождения, правда, в отсутствие юбиляра, праздновали и в Саратовском музее Федина. Что-то уважают в Саратове дочь нашего знаменитого земляка не меньше самого Федина. 90 лет, 35 из которых она посвятила музею. Правда, приехать в свой юбилей на праздник из Москвы в Саратов Нина Федина не смогла. Здоровье не позволило. Нина Константиновна Федина очень часто бывала в Саратове, на родине отца. Последний визит был в 2007 году, когда благодаря ей же и открылась вот эта уникальная экспозиция «Дом русской литературы 20 века». Записи, автографы, более 50 тысяч уникальных документов из архива Федина его дочь передала музею. Это стало основой всего музейного фонда. Есть здесь и личные вещи писателя. На вечере, посвященном 90-летию со дня рождения дочери Федина, воссоздали всю картину ее жизни по тем фотографиям и документам, которые она же и передала музею. Неоценим вклад Нины Константиновны и формирование фонда научной библиотеки СГУ. Здесь появилось более 2000 книг с автографами известных русских и зарубежных писателей. Нину Федину в Саратове сравнивают с Боголюбовым, который основал музей Радищева. Благодаря таким потомкам в родных городах знают и изучают знаменитых земляков. Анастасия Синичкина, Алексей Новиков, Ярослав Квитко, Вести, Саратов.